Не дошел до криминальной сходки. Полицейские совместно с бойцами спецподразделения КОРТ и представителями СБУ задержали вора в законе Сергея Глонти по прозвищу Гуга. 46-летний уроженец Грузии как раз направлялся на организованную им встречу криминальных авторитетов. Она должна была пройти в одном из развлекательных заведений города. Там, по оперативным данным, он хотел решить вопрос перераспределения криминального влияния в сфере квартирных краж и автоугона. Отмечу, Сергей Глонти был неоднократно судим за подделку и сбыт документов, а также за наркоторговлю. Где проживаете? В городе Киеве. С какой целью приехали в город Одессу и когда? С вами приедете. Когда вчера, приехали в город Одессу? Вором в законе являетесь? Я не буду отвечать на эти вопросы. Криминальное прозвище? Нет, у меня нет. Ранее судимы? Да, судимы. По каким статьям? Я не помню. Отметим, полицейские передали Сергея Глонти представителям миграционной службы. Там должны решить вопрос его депортации.